Сотрудника гостехнадзора обвиняют в 5 эпизодах получения взятки. Следственный комитет соединил их все в одно уголовное дело. Преступление выявлено и расследуется при оперативном сопровождении регионального ОМВД. По версии правоохранителей, криминальную прибыль фигурант получал за то, что регистрировал самоходную технику, не интересуясь ее фактическим состоянием. Подозреваемый в 2020 и 2021 годах получил через посредника от жителей Орловской области взятки на общую сумму 92 тысячи рублей за незаконные действия, то есть постановку на учет тракторов и выдачу регистрационных документов на данную технику без фактического проведения их осмотра. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.